Ты когда ставишь бутылку, он тоже рот открывает. Нога чешется, да? Просто всех накалял на коляне. Уплыть. Я просто гопник, и для меня колян это все. Мы находимся в GTA Online. В моем командном пункте, не спрашивайте, почему я как гопник. Точнее, если у вас такой вопрос возникает, смотрите прошлую серию, там было довольно эпично. Естественно, я имею в виду рубрику «Рандом решает». А сегодня у нас кое-что новенькое. Такого, я думаю, еще никто не делал, по крайней мере, в подобных масштабах. Я, опять же, не знаю, как назвать эту рубрику, поэтому оставлю это дело вам. Предлагайте в комментариях. В общем, голосование и прочая информация о канале Roleplay, а также новые видосики появляются вон там вот в подсказках в правом верхнем углу. Нажимайте, и там найдете много интересного. Почему мы находимся в командном пункте? Вы думаете, все играли в игру Watch Dogs или хотя бы смотрели по ней стрим. В этой игре есть режим в мультиплеере, который подразумевает под собой поиск человека в определенной области и его взлом. Сегодня будет происходить примерно то же самое, только поиск будет не с целью взломать, а с целью убить. Этот командный пункт будет являться моей основной базой, так как я сегодня в роли того, кто будет искать вот этого вот парня. Звучит пока что просто, да? Но на самом деле все будет куда сложнее. В моем распоряжении находится этот трейлер, одна машинка на радиоуправлении и один автомобиль легковой. Все это я могу использовать в своих целях. Также в моих руках есть пистолет. Что же насчет человека, который будет прятаться от меня? Он прекрасно знает, что его ищут, что его хотят убрать, и он старается маскироваться в определенной области и не привлекать к себе особого внимания. Он может использовать свой собственный транспорт, но у него нет оружия, так как он, собственно, не владеет им. Это просто обычный человек, которого заказали. Его задача просто смешаться с толпой и спрятаться. Он может абсолютно делать что угодно в этой области. С другой стороны, главное не привлекать к себе особого внимания. Хоть прятаться по углам, по переулкам, на крышах, кататься на машине, парковаться, не знаю, в машине ложиться, прятаться. Это уже на его совести. Моя же задача патрулировать этот район в его поисках. На все про все мне дается 15 минут, и за это время я должен найти его. После истечения 15 минут, которые будут точно засечены на таймере на вашем экране, человек, который в этом районе прятался, имеет право вызвать такси и свалить из этого района. Как только он пересекает границу этого района, он объявляется победившим. Чтобы выиграть человека, который является хладнокровным убийцей, мне нужно просто убить его. Да, звучит просто, а на самом деле это почти невозможно. И для начала Алексей должен сменить внешность, поэтому мы его отпускаем. Переоденешься, сменишь лицо, немножко поработаешь над пластикой. Мы еще увидимся, у меня же своя работа по подготовке. Мне нужно найти неприметный автомобиль, на котором я буду патрулировать район. И нужно спрятать в этом районе мой трейлер. Увидимся в самом начале. Поехали. Так, я пока что, ребят, не буду выезжать, наверное, на машине, а просто прогуляюсь по району, осмотрюсь. А, да, кстати, все, я переоделся, значит, время сейчас пойдет. Так, все, время пошло. Пошел отсчет, ребят. Я пока что не должен привлекать внимание, людей, кстати, довольно мало. Хотя, блин, мне кажется, я так буду очень долго искать пешком. Но я постараюсь сейчас особо... Это последнее, кстати, что я спалю тебя вслух, потому что я не буду больше ничего говорить практически по делу. Я и так слышу, как ты на джойстик долбишь, так что чем мне? Ну, так я не буду больше долбить по джойстику, понимаешь? Опять же, он может использовать анимации, он может использовать изменение походки. Кстати, это в стиле все делает, сразу тебе говорю, что ты не спрашивал. Если он подумает, что он в опасности, он может забежать в переулок, спрятаться на крыше, например, где-нибудь, где угодно, короче. Главное, спасти свою жизнь. У тебя, кстати, уже прошла одна минута, и ты можешь быть счастлив, что ты уже далек от смерти. На одну минуту ближе к жизни. Пора проверить, скажем так, что у нас по райончику. Я, как вы понимаете, могу нарушать правила. Так как ты скрытный убийца, который работает быстро и тихо. Да, и не забывай, что ты можешь использовать один автомобиль. Так, ну я думаю, что он рано или поздно прогуляется здесь. На аллее хочешь, да? На аллее, да. Тут пока только девушки, они явно не это, не... Я пойду туда. И мне кажется, что ты блефуешь, что у тебя женский персонаж. Ты явно за мужского играешь, потому что ты слишком мало времени потратил. Блин, ребят, по-моему, это невозможно сделать за 15 минут. Так, почему-то мне кажется, что он будет в верхней части карты. Интересно, почему же тебе так кажется? Потому что ты там начинал, я видел, что ты там упал. Ну просто есть одна особа, знаешь, гуляет сейчас вдоль пальмы. Это не я, сразу тебе говорю. Она почесала голову. Блин, это... Она чихает. Блин, это был... Я был уверен, что это он сейчас. Точно, теперь это точно не он, ребят. Так я, можно же использовать анимации. Но такой анимации нет. Вот, понимаешь, мы сейчас рассчитывали смешаться с толпой, а ты здесь особо тебе негде смешиваться с толпой. Здесь толпы-то особо нет. Поэтому надо внимательно просто посмотреть везде. Опять же, он может быть где угодно. Он может быть сейчас в районе. Где примерно где-то, где-то когда будет 10 минут, начну рыскать уже по переулку, наверное. Потому что, ну, он не будет рисковать, ребята. Он сразу же спрятается в переулок, заштерится. Тогда от моего лица не будет интересно людям смотреть. Ну да, но с другой стороны... Победа есть победа. И да. Победителей не судят. Я не знаю, где он, ребят. Это очень сложно. А ты машинку юзаешь? Да, сейчас я уже даю подсказку, я уже езжу на машине. Причем довольно давно, практически с самого начала, потому что...
Я не вижу вариантов вообще без машины тебя как-то найти. Я когда увижу что-нибудь подозрительное, я выйду уже из машины. Может, подскажешь хотя бы примерно, где мне искать, в верхней части, в нижней, а то я что-то вообще без шансов пока что. В верхней. У нас есть небольшая информация по нашему. Подожди, давай тогда каждые 5 минут даю подсказку. Сейчас прошло 5 минут? Да, прошло. Ну, практически без 20 секунд. Хорошо, следующие 5 минут тоже там типа подсказку. Уже по одежде. Уже более жесткую, да, из-под одежды связано. Так, может, он вот здесь вот стоит где-нибудь? Вот, смотрите, сколько там людей. Ну, явно что-то из них. Глядь, он бы тут не затесался. В толпе. Блин, даже не знаю. А у меня има нет! Мышка! Блин! Беги, дуралей! Беги, Форест Гамп, беги. Стоять! Вот собака! Не дам, не отпущу. Я сразу увидел эту серую рубашку, которая стандартная из онлайна. В смысле она стандартная? Да она там дается, блин, бесплатно. Тупанул немножко с одеждой. Она дается бесплатно, да как бы я потом... Чувак, это пистолет говно, ты какой еще первый, чувак? Так это хорошо, что это говно, у меня хотя бы есть шанс убежать, ты меня вынес. У меня персонаж не бегает, ёпт твою налево. Куда он делся-то теперь? Блять, куда он делся? До свидания. Что? Напряженная борьба получается. Какая напряженная? Где ты? Да ладно, я его упустил. Копов за мной нет, надеюсь? Так, ну я могу воровать машину, в принципе, поэтому... Куда... Вот отсюда, вот с этой точки, я тебя последний раз видел. А куда ты мог уйти? Вот теперь он точно где-то сидит. Блядь, я его знаю просто. Он где-то сейчас сидит просто и прячется. Точно, в каких-нибудь переулках вот здесь. Так, 8 минут, блин, опасно, очень опасно. Сука, он на какой-нибудь крыше может быть вертолет, у меня, к сожалению, пока что нет в распоряжении. Я могу залезать в машинку, ребят, но я пока не знаю, зачем, типа, в данной ситуации. Я потому что вряд ли с помощью машинки его быстрее найду. Ну, тут, ты принципе... можешь, в принципе, пользоваться всем чем угодно. Но не вертолетом, это бы слишком. Но не вертолетом, да. Как ты вообще меня потерять, не представляю себе. Ну, у меня персонаж не бегает, даже тебе говорил, у тебя он прокачанный на максимум, тебя прокачали, а мне-то нет. Блин, ты вообще ехал на машине, значит, вышел из дорогущей машины, понятно, такой хиляк с их... А я был уверен, что я выстрелю тебе в голову просто. Я тоже был в этом уверен, поэтому я начал убегать. Сука, а может он там опять сидит где-нибудь? Так, ладно, я хотя бы возьму свою спортивку теперь. А, да, кстати, на 7 минутах, может, дашь какую-нибудь подсказку? А, хотя, в принципе, по внешности я тебя уже так спалил, ты ее не можешь менять, так что, наверное, нет смысла уже даже. Блин, он может сейчас максимально сделать неожиданно, взять какой-нибудь автомобиль, единственный, на нем сейчас кататься. Я вот думаю, что он так и сделал. Так, смотрим, чувака в серой майке, в футболке. Так, ну это все девчонки. Нас они не интересуют, мы истинные дотеры. Агент 14, извините, он говорит, что за мной кто-то идет. Меня заказали, говорит. Ну это правда. Опасность, 6 минут. Блин! Куда ты мог уйти? Подскажи, где ты хотя бы сверху, снизу. Ну, 5 минут будет, подскажу. Вовремя. Да раз знаешь, раз одежду тебя уже спалил, ты можешь мне сказать не где ты, а ты на машине или без машины. Точнее, ты можешь мне сказать, ты сейчас в толпе, на машине или прячешься вот так. Чтобы я хоть понял, в какую сторону. Я скажу, прячусь, и потом побегу к машине. Да, ты можешь, но ты пока, по крайней мере, дашь информацию. Не, я тебе скажу, наверное, где я. Ну, твое дело, короче. Главное, чтобы подсказка была ценная. Если подсказки будут такие, все люди уже напишут. Так, это что сейчас было такое? Это что сейчас такое было? Время. 5:30. Это что сейчас такое было? Он поворотник включил, мне показалось. Кто там включил этот поворотник? Бля, ведь знаешь, я думал, что это ты. Дай подсказку хотя бы, я проезжал мимо тебя сейчас уже? Я не знаю, кто это. Ну, ты знаешь, на какой машине я. Да, но это не ты был, это просто был очень наглый прохожий. Я хочу взять... Ладно, я в самом верху карты. Разворачиваемся, ребят, поступила новая информация. Скажем так, по нашей цели. Ну, блин. Это ты, да? Серьезно, это не ты? Чё там? Охренеть. Как мне повезло сейчас. Откуда он убегает? Самый верх карты, ребят, самый верх карты. Где он может быть здесь? Он, скорее всего, где-то прячется, ребят. Он где-то здесь прячется, в переулках. Надо прошмонать здесь все переулки. Блин, тут очень-очень место, знаешь, такое, что здесь в переулках очень легко спрятаться. Я понимаю. Тут очень много всего, здесь практически невозможно все осмотреть. Блин, сейчас бы поюзать эту машинку маленькую. Юзай. Да, времени тебе очень мало осталось. Да, знаю, 4 минуты.
Ну что, когда будет одна минута, я уже скажу тебе, в ком я месте, и с прямой дороги не буду уходить. Не-не, когда ты время истечет, ты должен будешь сваливать на такси. А, и ты еще ты хочешь проследить за такси, серьезно? Я попытаюсь себя увидеть, но я не уверен, что я смогу тебя спалить. Где прикольно, ты? Мне нравится. Да блин, тебе нравится, что ты, сука, выигрываешь. Да, я еще спалил тебя так быстро. Я уже думал, так быстро все закончится, надо будет что-то перерабатывать, а оказалось, пистолетик зарешал. Блин, это не ты. Расскажи еще что-нибудь. Красная буфала. Это что? Это твоя машина? Должен догадаться, да. Сука, блять, выйди из нее, а? Не надо меня бить! Быстро, блин, за ним! Да выходи ты из режима этой машины, блин! Быстрее! Давай. Гони. Так, ты перехват. Он поехал прямо, мне показалось. Так. Красная буфала. Стоять! Не уйдешь! Не уйдешь, чувак! Не уйдешь! На машине от меня еще никто не уходил. И куда он свернул? Так, по-любому, я знаю его, он свернул в переулок. Чтобы меня обмануть. Так. Да! Собака! А! Так, пистолет, быстро! Нет! Я жить хочу! Зади! Стоять! Блять, не уйдешь, чувак, не уйдешь, серьезно! На этот раз без этого обойдешься! Уйду! Нет, не стреляй меня! Прохожего убил из-за тебя! Нет, КП не осталось! Ой, мразь! А ну стой! Он бегать больше не может. Красава. А куда ты делся? Блять, ты где? Ты что, переоделся, что ли? Ты где? Я убежал от тебя. Одна минута, блять, где ты? Ты серьезно сейчас? Да, что? Сейчас серьезно? Ты сейчас серьезно? Все, сбежал я от тебя, до свидания. Нет, еще нет. Еще 40 секунд. Блять. Где он? Я уже на клавиатуре, ребят, играю. Да. Как ты с два раза так скрылся? Нет, походу, в рубрику надо вводить АИМ на мышь. Это на геймпаде невозможно играть на этой хуйне. Да какой АИМ? Это наоборот круто, ты потом будешь учиться стрелять на мышке в GTA, ты прав. Все, время закончилось? 17 секунд. Последняя подсказка финальная, хоть где ты? Я потерял тебя около оранжевого забора, когда ты через нее перелезал очень палевный. Если я тебе скажу подсказку, ты меня найдешь просто в одну секунду. Я думаю, ты такси сейчас увидишь, я заказываю. Ты мог об этом не говорить. То, что время уже на 5 секунд ушло. Но, ребят, он должен уехать либо в центр города, либо из города. У меня есть шанс еще патрулировать по краям района, может быть, я его еще увижу. Где он, сука? Он вот здесь пропал, он не мог далеко уйти. Здесь где-то должна быть машина, такси. Далеко он не мог уйти, за мной полиция, ну плевать. Я не должен отпускать цель. Он не мог далеко уйти, он не мог исчезнуть просто. Он где-то в этом районе... Такси! Он в нем, не в нем? Нет! Да! Да! Меня убил не ты, меня полицейская машина задавила. Да ладно! Время ушло в минус, но я это... Ты слышишь меня или нет? Я понимаю меня тебя, уже... но меня ты умер. Убили, не ты, меня чувак, ну все сейчас понимаешь, что ты сейчас это победа моя. Но это в таких миллиметражах! Какой был шанс, что я найду твое такси в этом огромном районе вообще? Сейчас раскрыть тему место преступления. Ты сидел за этим ящиком, что ли? Вот за вот этим ящиком. Ты серьезно? А я даже не подумал посмотреть. А что, меня стреляют? Я же ушел. Ты здесь катался. Ладно, убейте меня, все, киллер, который получил деньги, но да, ну погиб. Ребят, это очень крутая рубрика.
я просто не представлял, что будет так круто. Я думал, я, вы знаете, когда я составлял все, весь этот план у себя в голове, у меня в голове, я представлял, что типа мы обязательно по времени либо что-то не так сделаем, либо что-то не так сделаем с балансом и слишком быстро будем, либо слишком долго играть. Идеальный баланс. В миллиметражах просто два раза я его упустил. Чувак, ну ты допустил такую классическую ошибку. Ты взял просто футболку, которая... Ну, я просто знаю, что это футболка, на которую можно эмблему банды повесить. Она типа из... Да из... ты достал скрипта. Уже, все ты знаешь. Ну, я играю в игру 6 лет, чувак. Конечно, я все это не знаю. А ты, когда я стоял с чуваками, разговаривал, ты мне издалека заметил? Нет, я видел, что люди стоят, я подъехал, начал рассматривать. Я видел, что все выполняют какие-то действия. А ты единственный, кто стоял и практически никаких действий не выполнял, да еще и был в палевной майке. У тебя шапка еще белая. Ну, короче, ты, у тебя просто приметно оделся. Если бы ты не, ты, если бы ты так не оделся, возможно, я бы не обратил тебя, на тебя внимания среди тех людей. Кому понравилось, просто ж лайк, реально, лайк. Пишите в комментариях, как стоит дополнить рубрику. Я просто преувеличил, что я не буду ее изменять. Естественно, я дополню ее. Я сейчас подумываю насчет аима, потому что, не, ну, либо я правильно... Короче, нет, я не буду ставить аим, я просто настрою сенсивити на мышке, чтобы удобнее было стрелять. Хотя в 30 FPS стрелять такая боль, на самом деле. Но в этом и заключается сложность, типа, киллер, который не умеет стрелять. Делитесь своим мнением в комментариях. Обязательно оценивайте видео. Для нас это очень важно, чтобы понять, понравилось вам или нет. Всем спасибо за просмотр, всем пока!